Всем привет огромный, сейчас уже сели в поезд, едем в Киев. А пакеты какие хорошие дали. Дали нам такие вот питания, мы даже не знали, в билете было питание сухое. Давай, такое. Я буду доставать, показывать. Путешествуйте с нами с удовольствием, белорусская железная дорога. Да, давайте, Татьяна Васильевна. Я сейчас покажу, какие нам пакеты, посмотрим, смотрите, да. Какие красивые. Вот белорусская, а чешу. Бича белорусская чигунка, это значит железная дорога. Понятно, смотрите, это вот такой кусочек масла. Масло, да, такой маленький кусочек масла. Дальше, это да. Все сходит, да, стоимость билета 72,5% уже. Теперь вот это сарделечки, наверное, что-то такое, наподобие. Как они написано? Минский хлебокомбинат, булочки, пекарики. Молочные, простые, обычные молочные булочки, две булочки, штучки. Да. Ну, вместо хлебушка, да? Да. А теперь смотрите, какая нарезочка. А вот, молодцы, молодцы, гля. Какая нарезочка. Какая колбаска, красивая, да. Палермо, изделие колбасное сырокопченое солями из мяса птицы. Палермо, да. Это, наверное, трубочки. Ага, да, сейчас. Это, видите, вот так вот запечатают в вакууме. Это очень хорошо, когда вот так вот в вакууме, но очень там долго запечат. Может стоять. Ага. Да. Вот сюда трубочка, вот там это. Глянь, что по этому трубочке, видишь? Глянь, какой сок. А где трубочка? Ну, сюда, наверное. Так вот трубочка. Тоже есть, а то, что запасная. Еще вот такой вот набор дают. А что это такое? Вилка, ножик, вот. Да, счастливого пути. Тут салфетки еще дают. Вот сок какой хороший. Сок дают, холодный яблочный, в каждом. Это а вот это что такое? Ну, вот это где? А, это набор, то, что здесь шо, есть. Количество, да. А вот какой хлебушек, да? Я какой, чесукрупа, а? И такие вот сухарики с изюмом кантучи называется, за сладкое. Вот это, шо, это такое? Тоже молодцы, открываем, очень хорошо здесь запечатывают. Видите, все тоже в вакууме, что вот воздуха здесь хорошо нет. Как хорошо, какой холодный сыр. Да, сыр в холодильнике стоял. Да. И вот такой чистый сливочный сыр. И все. И все, все, больше ничего все, нет. Ничего. Но все нету. Равно молодцы, да? Так все вот в коробочке дают, хорошо. Очень хорошо. Конечно, да. А ты что? Такой, а колбаска, она же дорогая, дешевая. Доброе утро, мы только проснулись, уже сложили сумки. Это наша попутчица с ребенком, с чемоданом. Сейчас будем проходить украинскую таможню. И все, и будем пересаживаться на другой поезд. Немножко другой поезд, не такой, как был у нас, куда мы, когда мы сюда ехали. Просто это... Ну, это этот есть, простой. Он есть только в другом где-то вагоне. Пришли уже таможню. Долго ждали, правда, пока нас проверили. Пришла Люба. С Тамарочкой нас провела. Люба Киев. Люба Киев. Была блогер из этого, из Минска. Ага. Таня Сен, по-моему, она называется. А, Таня, да, Сен. Да, 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 есть такая, да. Я да, Любе пишу, говорит, она мне там отвечает. Она да, такая да, смешная да, вообще. А потом поехали. Я знаю, как мы на она живет на съемной квартире. Я тоже писала на съемной приехали, квартире. В домах. Ты снимал, какая помада? Да нет, я не вытирал. А ну покажи. Да вытирал, не вытирал. Нет, не вытирай. А ну обернись. Как аллергия. Боже, зрители, что ж вы так? Да что ж вы так его расцеловали? Тамарочка тоже нас встретила. Свете завтра день рождения. Да, наступающий. Соседи по телефону разговаривают. Татьяна Васильевна по телефону. Хорошо, одна прямо за поездом бежала. Ты прямая? Не, я видео. Господи, как мы переживали. Они говорят, ну, не запускаешь же нас туда? Я говорю, вам еще ждать? Там полчаса, это минимально, 20 минут они пройдут, а максимально 40-50 минут. Я думаю, боже, все, мы не... Да, думаю, сейчас будем звонить Азизу, чтобы уже приехали, забрали нас или кому, Олегу. Ну, мы так удачно быстро пришли. Слава Богу. А я думаю, ну и хорошо, когда опоздают. Эдик в Москву доехал уже на Казанском вокзале, говорит, вещи сдал, говорит, иди погуляй, говорит, походи, хоть чуть-чуть посмотри. Тамара нам передала целую сумку. Кошмар. Кефир 1%. Кефир, да. Спасибо. Татьяна Васильевна. Я не знаю, это водичка хорошая. О, вода. Яблоки. Тамара. Тут же хлеб целый пакет. Они вообще молодцы.
Ого. Ой, кошмар. Сколько тратят. А в этой, сыр, помнишь, сыночек, я тебе говорила, что Надя... Аска маленькая. О, о, чаёк, чаёк, ага. Спасибо. Чай нам принесли. Спасибо. Угу. Спасибо. А сахар можете забирать? Никто не едет. Нет. Мы пьём без сахара, мне нельзя, а им только. Мини-панелоны, это, кстати, вот эти, что ты прислала. Не панелоны, а панетоны. Панелоны – это подгузники. А, ну, то же самое. Не, так написано. Панетоны, то Т буква, а чёрточка. Ага, да. Панетоне, да? Панетоне. А что это? Что это такое? Ну, колбаса. Это пасха сладкая. Ага, ага. Она всегда вот так пишет, заворачивает красиво. Это чай. О, держи чай, приготовь. Пожалуйста. Там еще лёд. Теплый. Еще теплый. Но она чай. Говорила, что чай там вело, а кофе мне. Рано. Ой, боже, такие чашки для чая. Ой, а тут уже чай есть, потому что горячий. Да, но она же сказала, что кофе, кофе мне, чай тебе, да. Ой-ой-ой, Тамара, ну это капец. А что это да, такое? Тут кофе, это что за люди? Ну, все, кофе, да, уже готовые сделали в термозах. Ой, блин, она там у них главная, Тамарочка, я думаю, среди трех сестер. Тут еще такая панетона. Ой, хорошо, это еда такая, с изюмом. Шоколадки, трубочки. Целая куча всего. Сколько тратят? О, вот это сколько она все передала? Ну, зачем это? А это что? Эристан. Это мне коньяк, наверное. Наверное, да-да, она говорила. Это хорошо, она покажет. Да, видишь, это... Ну, это же третья бутылка. Это грузинский коньяк. Тебе коллекции таких не один. И вот такое Аркадия. Это, наверное, один тебе, один мне, да? Ну, ты ж не пьешь. Спроси. А я не пью, возьму. Спроси. Все мои. Все коньяки мои. Спасибо, Тамара, Люба, Света. Спасибо, Ром. Ой, боже, тут мясо. Ой, что-то вкусное. Курица. Мяско. Ставь пока, ложи туда себе на этот. Боже, у нас 20 сумок с едой. С ума посходили, полная сумка. Приборы. Сахар положили, да. И черный сахар. Ну, так лишь. Тут отдали проводнику сахара. На... Овощи, рагу без мяса. Давай. Да, открывай, мама, кушать будешь. Так, еще кого-то вытаскивай потом. Ой-ой-ой, ну представляешь, ну как это так можно вообще? Приправы куриные, паровые куриные котлеты. О, это Татьяна Васильевна. О, спасибо. Татьяна Васильевна. С овощами. А могла она, Татьяна. С овощами, Татьяна Васильевна. Дождалась, мама высидела свои. Да, своей. Нормально вошла. Хлеб такой, да, хлеб черный, хлеб серый. Ну это вообще. Так, ой, по-моему. Ой, тут девчон. Еще. Так, а как здесь открывать? Овощное рагу с мясом. Овощное рагу с мясом. Только видишь, надо осторожно. Вот, Самуэльчик, шо, смотри. Вот. А где тут котлетки? А, мяско, да? Котлетки. Какое мяско? Это мама без мяска. Котлетки тут рядом. Овощное рагу без мяса. Котлеты ты убрал. А, маме это неинтересно. Паровые, ну а как же? Маме это неинтересно. Овощное рагу без мяса. Мама уже наилась. Мы потом достанем, дорогие. Я сюда, чтобы оно не потекло. Еще что-то там есть. Да, там еще. А ложечки, вилочки нет, да? Ну, это Мара, Люба, Света. Боже мой, всем девчонки. Камалу, Азизу привет. Всем, да, все, ой, и гречка. Гречка. Ну, я и так много, что мы неделю будем, знаешь, сели в поезд Днепр, Киев-Владивосток. Теплая прямо. Спасибо. Ой, девчата, спасибо большое. Сколько вы целую сумку. На сумку вещей добавилось. От меня отдельное спасибо за коньяк. Как их нести, Бог его знает. Мне котлетки достанешь сюда и гречку. Приехал домой. Мой дома все как было, как я оставил. Сковородка, стаканы, холодильник. И Игорь мой. Кстати, Игорь живой, ничего ему не случилось, гляньте. Вот я его полил перед тем, как ехал, много водички, и он так вот и живет. Вот это то, что Юля мне подарила, иконка, тарелка. О, интересно, что тут моим холодильником, ничего не пропало? О-о-о. Так, салат не пропал. Это савоярди. Хлеб, правда, зараза зацвел, видите? Ну, это он у меня был в пакетике. Остальное все, паска стоит, яйца. Все, в принципе, ничего. Молоко, ну, я такого много ничего не оставлял, как бы, в холодильнике, да. А все остальное есть. Сейчас буду. Чемодан у Самвела забрал. Потому что мы брали мой чемодан на всех. Что у меня тут в комнате делается? О,
Мій Піппо. Та все ще з Нового року. І конфети стоять здесь. І набори ті, що мама висилала. І стакани, Юлін, я ще нічого не перебрав. Ой, капець. Ладно, ребята. Пока, удачі вам, я вже вдома. Зараз буду потихоньку все збирати, тому що 11-го вже треба улітати.